Приехал на Пхукет и не знаешь, где арендовать автомобиль или мотобайк. Империя Рент – это большой выбор, а также шлем идет в стоимость аренды. А как тут ты? Привет, бест. Катя. Kiss me or kiss. Вот попробуй тебе. Отношения. What about Ozzy? Да уйди отсюда! Хищники, всем привет! Это мое новое видео. Я на Пхукете, на Бангла Роад. Сегодня будем также знакомиться с девочками и спрашивать у них, делали ли они минет в машине на ходу. Все это только ради развлечения, поэтому поставь обязательно лайк и не забудь подписаться. Погнали! Так, привет, тебя как зовут? Меня зовут Оля. Откуда ты? Я с Украины, с города Харьков. Так, а ты? С Украины, с Днепра. Какой твой самый большой секрет? В принципе, как таковых секретов нет, но если вспомнить, самый большой секрет – это хождение в какие-то места, знаешь, клубы там, к примеру, и скрывать от парня. Но это было только с нелюбимым, честно. Так, а какой твой большой секрет? Заново, подождите, пожалуйста. Hello! Придурок, что ли? Я не знаю, блин, у меня нет секретов. Можно сказать, что я гей? Так, ты гей? Да, это мой секрет. А, смотри, такой более острый вопрос, 18+. А у тебя был когда-то минет в машине на ходу? Ты делала парню минет в машине? Был. What about Ozzy? Да уйди отсюда! Ozzy, Ozzy, Ozzy! Так, а ты понимаешь, что ты ПДД нарушала? Бывает, ничего страшного, у нас в Украине ничего не делают за это. А насколько ты оцениваешь свои навыки? Баллов? Да, 11. Блин, супер. А что выберешь, поцелуй мне или шлепок по попе тебе? Ай, о, опасно, опасно. Ну, ладно, пусть будет шлепок мне. Давай. Так, а у тебя был минет в машине на ходу? Привет, тебя как зовут? Катя. А откуда ты? Из Москвы. Сколько тебе лет? 26. Смотри, а какой твой самый главный большой секрет? Блин, такого нет, наверное. Я достаточно открытый человек. Открытый? Ну да. Просто делала когда-то минет парню в машине на ходу? Нет. Нет? Нет. А вообще делала? Да. Как к этому относишься? Нормально отношусь. А насколько оцениваешь свои навыки? Не знаю, сложно оценить. Но, кажется, никто не жаловался. А когда было последний раз? Ну... Это, наверное, уже такой очень личный вопрос, знаешь. Нет. А хотел бы попробовать? Нет. А что выберешь, поцелуй мне или шлепок по попе тебе? Мне тебя поцеловать? Да. Я тебя поцелую. Давай. А что? Подожди, это не согласен. Это неправильно. Привет, тебя как зовут? Привет, меня Катя зовут. Откуда ты? В смысле? Ну, из какого города там или страны? Я из Москвы, родилась в Москве, но живу здесь уже 3 месяца. Угу. Мы вот такие каверзные довольно вопросы задаем. Ты не против, если я тебе задам? Ну давай, если я буду против, то я не буду отвечать просто. Смотри, вопрос такой. А делала ли ты когда-нибудь минет в машине на ходу, когда мужчина был за рулем? Нет. А задумывалась когда-нибудь об этом? Задумывалась. А хотел попробовать? Не буду отвечать на этот вопрос. А вообще, как относишься к минету? Нормально. А насколько оцениваешь свои навыки? На 10 из 10. Супер. Так, привет, вы откуда? Добрый вечер, Москва. Москва? Вас как зовут? Марина. Илона. А вот расскажите, какой ваш самый большой секрет? Личного характера или просто? Давай личного. А секрет не рассказывают никому. На то он и секрет, чтобы, да, чтобы держать это в тайне. Так, а ты что скажешь? Я думаю, что я солидарна с моей подругой. Или у вас когда-нибудь такое, то, что в машине на ходу вы делали минет парню? Вот это интересно. Это тоже секрет, да, все возможно. А мужчина был за рулем, а вы ему делали минет. Ну, это же как-то это опасно. Можно ПДД совершить, сделать.
А у тебя такое было? Ой, ПДД, ДТП. ДТП? ДТП. Неважно. Все верно. Но это же секрет. Значит, было. Секреты же не работают, как бы. Получается, было. Ничего не получается, я такого не говорила. Так, а ты? Все может быть, я скажу так. А вообще, как относитесь к этому делу? Ну, когда ты со своим любимым человеком, вообще шикарно. А почему нет? Все по любви. Так, конечно. А вот если, допустим, не по любви было когда-нибудь? Нет, у меня по любви никогда не было и не будет. И все должно быть по химии. Я всегда была за химию, за отношения и за любовь. А насколько оцениваете свои науки? Ну, довольно вот опытные люди. Так, а ты? 10+. 10+? А какая шкала? Десятибальная, десятибальная. Десятибальная, да? Профи, да? А ты насколько оцениваешь? Но это тоже из этой стадии секрет, секрета. Секрет, да, да, понял. Мурмяу. Все, понятно. Хищники, как известно, скоро пройдет бой между Исламом Махачевым и Оливьейра, который пройдет в Абу-Даби 21 октября. Это UFC 294. Muslims, brothers, they're coming for you. Allahu Akbar. Билеты начинаются от $1000, можно приобрести в Дубае. Ссылку оставляю в описании. Кому интересно, переходим, пишем. Hi. Hi. What's your name? Tutsko. Where from? In Turkey. Okay. Crazy question. For you? For you. Yes. Okay. Okay. Yeah. Do you like blowjob on car? No. Привет, тебя как зовут? Ника. Так, откуда ты? Новосибирск. Ты вот в начале историю сейчас рассказывала про препода поподробнее. Я когда училась в меди, у меня преподаватель всегда любила мне задавать дополнительные вопросы исключительно про мужскую половую систему. И из-за этого мои одногруппники меня уже начали называть экспертом по хуям. Так, вот именно в этой области будут сейчас вопросы, но всего один. Делали ты когда-нибудь минет в машине на ходу? Нет, не доводилось. Ты бы хотела это попробовать? Не задумывалась, если честно. Но было бы, наверное, интересно. А вообще как относишься? Нормально. Насколько оцениваешь свои науки? Ну, я на Тиффани насосала. Ну, давай вот по десятибальной шкале. Ну, пусть 9 будет. Hi. Hi. What's your name? My name is Anna. Where are from? I'm from the Netherlands. What's your favorite best movie? My best movie? Yeah. Titanic. Best music? Like hip-hop. Favorite position sex? Doggy style. Okay, good. Do you like hard sex? Yes. Hi, what's your name? Victoria. Where are you from? Poland. Ты говоришь по-русски? Чуть-чуть. Так, crazy question, okay? Okay. Do you like blowjob on car? I don't know. Yeah, okay. Yeah? With my husband. Why not? Окей. Был ли у вас когда-нибудь оральный секс во время, когда парень едет на машине? Да. А у тебя? Нет. Хотел попробовать? Это предложение? Или это просто вопрос такой? То пока что как-то вроде бы и так нормально. Так, а ты чувствовал адреналин? На байке. На байке? На велосипеде. Супер. Так, а ты чувствовал адреналин во время этого? Нет. А ты понимал, что ты нарушаешь ПДД? Ну, не я же была за рулем. Ну, то есть вы же вместе вроде как. И что? Сколько оцениваешь свои навыки в этом деле? А есть какая-то шкала? По десятибальной шкале. Не знаю, это нужно тебе лучше опрос у моих бывших молодых людей взять. Как я могу? Это очень будет эгоистично с моей стороны, знаешь, оценивать. Самостоятельно эти навыки. What's your name? Kanan. Where are you from? Thailand.
kiss me or slap you ass? Huh? Kiss me or slap you ass?